Слушай, а ты уверен в этом? В чем? Уверен, что портала не существует? Конечно, не уверен. Это лишь теория. Но ты ведь его не нашел. Нет, не нашел. Ну вот. Но блин, я тут и ныряю всего-то пару часов. Может, он дальше по течению может, где-то. Так. Ну что-то мне подсказывает, что нет, приятель. Так может, ты тогда возьмешь гребаные ласты и мы проверим? Слышишь, а что ты на меня-то орешь? Это ты прыгнул в портал. Да я, но... Что но? Не прыгни ты в него, нас бы тут ладно, не было. Ладно, ладно, ладно. Ладно. Извини. Вот именно. Ну а что нам делать-то тогда? Не знаю, Джон, не знаю. Пиковая дама выполнила все желания и ушла. Хотя, блин. Как бы вариантов тут не особо. Я уже понял. Слушай, ну я предлагаю нырять да дальше. Нет, и искать портал. Я не хочу тут оставаться. Разве я что хочу мы сидеть можем... перед телеком и жрать острые крылышки, а не вот это вот всё. Слушай, есть, конечно, один вариантик, так, который тебе, скорее всего, не понравится, но... И что за вариантик? Вызовем пиковую что? Даму по новой. Ты совсем рехнулся? Мы же только от нее избавились. Ну, как избавились, так и вернем. Зачем нам да это? Ты что ли совсем меня не слушаешь? Пиковая дама исполняет желание. Юрка попал к нам в мир из-за своего желания. Мы призовем пиковую даму и попросим у нее исполнить наше желание. То же самое желание и все. Дело в шляпе. Че-то какой-то такой себе план, Линч. С чего вдруг ей исполнять наше желание? Желание пацанов же она исполнила. Идем, нужно найти того пацанчика. Слушай, и спросить погоди у него, как призвать эту чертову старуху. Погоди, Линч. Что? Говорю, подожди. Да нормально это план, Джон. Да я не за то, блин. Мне переодеться надо, посмотри на меня. За это? Ну ладно, переодевайся. Только давай быстрее. Быстрее. Ты не заметил, что я, блин, в чертовых ласках? Так может снимешь их и пойдешь? Ноги все в песке будут. Не хочу, замолчи. Короче, я разберусь. Ладно, ладно, разбирайся, все, я молчу. Не подглядывай. Да нафиг ты мне нужен, господи. Надеюсь, сработает. Должно сработать. Линч. Что такое? Не спеши. Давай, Джон, еще немного. Этот костюм нехило так натирает. А зачем ты? Зачем ты его вообще напялил? В полотенце бежать надо было. Надо было, Джон, надо. Хоть какая-то одежка. Тело, правда, совсем не дышит. Давай, Джон, давай! Да даю я, блин! А ты не думал надеть этот водолазный костюм, когда нырял? А не нырять в своих вещах? Умный такой, что ли? Просто это было бы логично. Как это не подумал? Сейчас переоденешься, потерпи немного. Ты слышишь? Да, с той стороны, что-то кажется происходит. О, что там? Похоже... Что? Похоже, какая-то линейка. Линейка? Похоже на то. Ну вот же на дворе. Ну тихо, давай послушаем. Ладно. Видно, что? Да, директор выступает. Похоже, всех собрал. И что он там рассказывает? Похоже, запугивает НКВДшниками и КГБшниками. Тихо, давай послушаем. Вот и наш парень. С товарищем из МКВД, да, 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 а уж оттуда. Разговор будет на что ты там бубнишь, Линч? Говорю, пацан наш там стоит, надо его как-то... Что ты там высматриваешь? Иди сам посмотри. Что там? О, это же те пацаны. Бедолаги. Знатно их поломало. Товарищи, что-то интересное? Да мы... Извините, вы почему это не на линейке? Мы вот как раз собираемся туда. Да, мы прям шли туда и заметили... А вы, товарищ? Я? Почему вы в водолазном костюме? Так, вечернее плавание. Вот как раз шли с него на линейку. Скоро утро, товарищ. Вы нас простите, мы просто беспокоились о ребятах и хотели узнать, как они. Ой, тяжелые они, тяжелые. До утра, думаю, не дотянут. Так, печально. Но вы идите, товарищи, идите. Директор не любит, когда его не слушают. Да, да, поняли. Да, идем, да, Давид. Идем. Все, до идем свидания. Спасибо вам. Да не за что, до свидания, товарищи. До свидания. Все, ушла. Она ушла. Чуть не спалились, блин. Что делать нужно будет? Как-то забрать пацанчика с линейки и узнать, как призывать дома. Только это без меня. Чего это? Странно будет, если я пойду туда в таком виде. Блин, точно. Надо переодеться по-хорошему, чтобы не вызывать подозрения. Тогда дуй в наш домик, переодевайся и затем в шестой. А я пока приведу пацана. Замятано. Тогда встречаемся в шестом. Да, давай там не пались сильно. Понял. И мне хорошо бы сейчас не спалиться. Главное не привлекать к себе... Вы хотите по-хорошему, товарищ? Просто... Будет
попал на линейку. Партия вам это не простит. Эй, парень, слышишь, ты мне нужен. Что, зачем? Идем, по пути расскажу. Это линейка же идет, товарищ вожатый. Я вижу, я вижу. Ладно, тогда, когда она закончится, сразу выдвигаемся, понял? Хорошо, товарищ вожатый. Подумайте об этом. Подумайте об этом, прежде чем заходить в мой кабинет. Все, товарищ, можете сходить по нужде, и дальше все, абсолютно все строятся в очередь ко мне в кабинет. Все, давай идем, парень, быстрее, давай идем. Куда идти, ты товарищ вожатый? Идем к тебе в домик, быстрее, давай. Зачем ко мне в домик-то? Надо так, сейчас все расскажу. Я так и не понял, Ленчи, чего мы ждем? Ждем, пока все оденутся и выйдут. Будет странно, если мы начнем призыв в присутствии других людей. Ну туда, согласен. Так что давай потише себя вести. Блин, может быть, все-таки попытаемся найти портал в реке. Может, он где-то на том берегу или внизу по течению. Времени не так много, Джон. Он может в любой момент закрыться. Да, блин. Был бы у нас какой-нибудь квадрокоптер, тогда можно было бы быстро разведать территорию. Как в War Thunder, что ли? А что в War Thunder? Ты что, там обнова новая, эпоха дронов. Игрокам теперь доступны как разведывательные, так и боевые дроны. Как известно, War Thunder — это бесплатная многопользовательская игра о противостоянии наземной, воздушной и морской техники. И вот как раз с этим обновлением, помимо десятков новых самолетов, кораблей и наземной техники, в игре появился легендарный советский самолет Су-25 Грач с кучей ракет под крыльями. Также были доработаны визуальные эффекты, и теперь при взрыве от танка отлетают различные детали, а при детонации боекомплекта от него остается только башня и воронка. Корабли разрывает на куски, а в авиасражениях можно подорвать топливные баки самолета противника. Локации War Thunder охватывают весь мир, от Африки до Аляски. А благодаря обновленным эффектам и реалистичному звуку, карты выглядят атмосферно и очень реалистично. Так что, друзья, ссылка на бесплатное скачивание War Thunder будет в описании. И по ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 500 000 серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Да, как-то это обнова мимо меня прошла. Ничего, приятель, сейчас вернемся назад и зарубимся. Ну да, ну да. Ты слышал? Что? Не слышал О, ничего. О, смотри, уходят. Вижу. Уходят, Джон. Да вижу я. Давай быстрее, идем. Идем быстрее. Давай, 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 давай. Погоди, все? Да, как-то слишком... То есть три раза произнести «Пиковая дама, приди», и она придет? Ну да, у нас так было. Желание. Желание, когда загадывать? Пока она спускается по лестнице. Важно стереть ступеньки, чтобы она опять не явилась в наш Но мир. Но тогда ведь желание не исполнится. У вас-то они исполнились, потому что она как раз-таки явилась? Ну, не, Леша, лучше стереть. Понятно. От греха Ладно, подальше. Ладно, тогда давайте не будем терять время, приступаем к вызову. Все готовы? Ну, типа. Я пойду, пожалуй. В смысле? Ты с нами не будешь вызывать? Нет, нет, товарищи вожатые, мне одного раза хватило. Ладно, как знаешь. Я пойду к ребятам. Видок, блин. Удачи, товарищи вожатые. Слушай, Ленчи, я так подумал, а может... Ну и он нахрен. В смысле? Ты остаться решил, я не пойму? Да нет, просто... Что просто? Просто ведь можно и по-другому попробовать. А, да? И как же, например? Ну, поискать портал в реке, например. Да нет, ты его там, как ты не поймешь? Ладно, тогда мы можем поехать к твоему дому и зайти в портал там, например. Господи, Джон! Или же отправиться в Германию, в ту самую лабораторию и зайти ну там. Ну да, ну да. Вариантов куча просто. Ну, во-первых, Джон, мы хрен знает где. У нас ни денег, ни документов, ни деньги хрена. Деньги можно раздобыть. Во-вторых, в Советском Союзе, как бы, за границу не так просто было попасть. Ну тут да, и ладно, в-третьих, ну... что самое главное, мы не знаем, как правильно включить портал. Нас может занести еще дальше, в условиях еще похуже этих. Так что это самый простой и в какой-то степени Ленч. Проверенный вариант. Да успокойся ты, я тебя понял, не обязательно орать. Ну а чё ты, блин... Да всё, я согласен. Ну всё, тогда приступаем. Ты все понял? Ну, как только появится дама, мы загадываем желание попасть в наше время. Туда же, куда и попал Юрка. А затем мы стираем ступеньки. Нет, не стираем. Но тогда ведь Нам она... Нам это и надо, Джон. Ну ладно, как скажешь, блин. Все, за работу, поехали. Так, готов? Ну... Готов или да нет? Готов, я готов, давай. Ну, начнем. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Иди. И чё теперь? Ждать, Джон. Просто ждать.
И долго? Понятия не имею. Сколько придется, столько и будем ждать. Смотри, Линч, началось. А? Началось, она идет. О, видишь? Вижу, Джон, вижу. Что это мне не по себе, Линч? Не дергайся и загадывай желание. Ладно, пиковая дама, перенеси нас в наше время. Пиковая дама, перенеси Пожалуйста. Нас в наше время. Загадали. Теперь, может, вытрем, а? Не дергайся, это я тебе говорю. Ведь она же сейчас дойдет до конца. Так и должно быть, Джон, так и должно быть. Все, исчезла. Она исчезла, Линч. Вижу, приятель, вижу. И что теперь делать-то будем? Не знаю, возможно, стоит пойти к реке. Думаешь, пора? Да, давай идем, Джон. Тише, тише! Тварь, падла! Ты видел? Видел. Видел, Линч? Видел, приятель, видел. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Какая же фигня, приятель. Какого хрена она делает? Она недовольна, что я постоянно тёплый. Недовольна она. Не знаю. Эй! Так можно инфаркт получить. Успокойся, Джон. Да спокойно. Что делаем-то в итоге? Идем к реке и там ждем. Там все будет. Идем. А, и захвати зеркало. Что, зачем? Надо, Джон, надо, просто возьми его. Ладно, все. Все, идем. Взял. Давай быстрее. Может, прямо сейчас она нас и перенесет. Думаешь, получится? Должно получиться, Джон. Итак, еще раз. Призрак Юльки, я правильно понял? Да, та, которая умерла несколько лет назад в этом лагере, упав с лестницы. Это все выдумки, не было такого. Было, нам вожатые рассказывали. Все, свободно. Ладно, иди. Пойду. Иди, девочка. До свидания. Господи, какой же бред они несут, товарищи, а? Может, это все и правда, товарищ директор? Михалыч, ты еще куда лезешь, ради бога? А шо? Да не шо, следующий. По одному, я же говорил. Мы вдвоем, товарищ директор. Да, мы везде вдвоем ходим. Ладно, ладно, давайте. Что у вас? Видели, что были, где в моменты нападения? Мы ничего не видели. Ничего, но товарищ слышали директор. Странные вещи. Тьфу ты, опять привидение, что ли? Нет, товарищ директор. А что тогда? Линч и Джон. Это еще что за персонажи такие? Новые вожатые, товарищ директор. Новые вожатые? Молдаванец? Да, товарищ директор. Ага. Они себя другими именами называют. Товарищи, клички у нас не запрещены. Странно, клички. Еще по делу есть что рассказать? Скажи ему про Один плеер. Из них постоянно свой плеер в руках держит. Вот, это да, тоже не преступление. Да, да, я слышала, как он сказал, что плеер снимает. Да, точно, а он говорил так. Это ж молдаване, они могут и слова путать. Не было похоже. Еще есть что сказать или нет? Нет, товарищ Тогда директор. Не смею больше задерживать, Вы товарищ. Нам не верите, товарищ директор? Верю, я верю. Идите, товарищ, идите с Богом. Идем, Свет, Ладно. Не верят нам До свидания. Здесь. Господи, когда же это все закончится? Какой-то бред, товарищи, все несут какой-то бред. Слушай, Линч, уже светает. Я вижу, Джон. Может, она орудует только ночью? Нет, я ее тут и днем видел. Я просто думаю, что у директора вопросики-то возникнут, если мы на допрос не явимся. Ничего страшного. Ну ладно. Может, по одному хотя бы сходим? Нет, Джон, сидим здесь. Сидим и ждем. Ладно, сидим так сидим. Я просто жрать уже хочу. Я так и понял, приятель. Стоять, товарищи! Вы кто такие? Доброе утро, Доброе товарищ. Утро. Мы новые вожатые. По обмену из Молдовы к вам прибыли. Вы же вчера прибыли. Нет, товарищ, Обожди. Вы путаете. Мы завтра должны принимал. Прибыть, но получилось на денек да, пораньше. Да, как это возможно? Да билет на поезд не на то число взяли, вот и приехали пораньше. Примите нас так, или как? Так, товарищ, обождите. Вы молдаване? Ну да, по нам есть молдаване. Есть молдаване. Кого мы приняли вчера? О чем вы говорите, товарищ? Давайте за мной, товарищи, живо, бегом за мной, бегом, директор, товарищи, Чему давайте это бегом? Быстрее, быстрее. Не знаю. Идем, посмотрим. Странные у них обычаи встречать людей. Линч, я уже прям сильно жрать хочу. Да блин, потерпишь, поешь уже дома. Пиковая дама может явиться в любой момент и отправить нас назад, Но почему-то в будущее. Это нифига не происходит. Надо ждать, Джон, надо ждать. Ждать. Да придет она, приятель, придет. Она же вышла из зеркала и... Пиковая дама! Джон! Не пора бы исполнить Господи, желание, может, не надо ее злить, а? Ты слышишь меня? А не надо ее она злить. Опаздывает? Да я ж откуда знаю. Ждем ее, ждем. Значит, она не время не еще, Джон, понимаешь или? Блин, кажется, у нас проблемы, Линч. Точно.
Думаю, надо уводить. Давай, Ваня. Блин! Назад. Блин, сюда, наконец. Вовремя, тихо, блин. Джон, спокойно. Где ты была? Спокойно, слышишь, спокойно. Что нам делать-то теперь? Что делать? Не знаю, Джон, не знаю. Че вылупилась-то, а? Че смотришь? А ну, отпусти меня. Отпусти, тварь, слышишь? Капризничаешь, мой дорогой. Что же с тобой, друг? Ну же, давай, Линч, давай, куда ты подевался-то, а? Линч, ты как? Порядок? Цел? Линч? Вроде нормально. Где ты? У нас получилось. Где ты, мать его, был? Почему? Получилось, Джон, почему мы дома. Почему так долго-то, а? Давай, потихоньку, Линч. Залетел сначала. Так. Немного не туда. В смысле, не туда? Другое время, что ли? Ага, типа того. Фига себе. Поверить не могу. Сработало. А, получилось. У нас получилось, Джон. О, Линч, смотри. Смотри. Что там? Пиковая дама. Зеркало. Она идет. Поднимается по ступенькам. Значит, все. Что все? На этом ее работа закончена. Как-то странно это все. Зачем, приятель? Да, блин, Линч, сам посиди. Да что такое? То, что странно, что ее так просто можно вызвать. Про это. Получается... Любой желающий может просто так взять зеркало, нарисовать лесенку помадой, сказать три фразы и вызвать пиковую даму. Ну да, согласен. И она исполнит любое слишком желание. Слишком просто. Как-то бредово это все. Ничего, приятель, разберемся. Главное, что портал еще работает. Идем, нужно найти пацана. Давай быстрее, идем. Я и забыл про пацана. Слушай, Линч. А куда тебя закинуло-то, а? Не поверишь, но я оказался в какой-то комнате. Кажется, в портале. Там было много книг, компьютеры, кажется, и там... Там был Лэмптон, Джон. Что? Этот урод? А? Но как? У него, что ли, тоже есть не портал? Знаю, не знаю, возможно, это была какая-то другая реальность, надеюсь. Может, какой-то другой мир. Потому что не хотелось мир, бы, чтобы не знаю. Лэмптон мог попасть в прошлое и завербовать нас в свою команду, например. Это точно, приятель. Ладно, нужно найти пацана. Ты давай тогда осматривай дом, а я пойду искать его на улицу. Если что, зови. Линч! А? Что такое? Иди сюда. Джон, ты... Здесь я, здесь. Что тут? Смотри-ка. Вот и он. Как думаешь, он жив? Не знаю. Сейчас посмотрим. Вроде жив. Похоже, просто спит.
Смотри-ка, он тут себе и подушку нашел, и одеяло. И, похоже, трапезы тут себе устраивал. Так, а ну... Тихо, Джон, тихо. Чего? Не надо его будить. Закинем в портал так. Пусть думает, что это сон. Весьма умно, Нич. Я за руки, ты за... Тихо, 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 парень, тихо, успокойся. Не трогайте меня, слышишь? Мы не пришли сюда, беда, ты помнишь нас? Не трогайте меня, не трогайте. Успокойся, парень. Не трогайте, безумно, не трогайте, пожалуйста. Отстаньте, слышите, отстаньте. Я, получается, вернусь обратно в лагерь? Да, получается так. Но мне нравится здесь. У вас кинотеатры дома, крутые машины, вкуснейшая еда и... Здесь у каждого такой дом, что ли? А, если бы... Послушай, парень, ты не можешь остаться. Если ты останешься, то, возможно, этого всего может и не быть. Игры со временем очень опасны и вообще не изучены. Поэтому тебе лучше будет в своем времени, в лагере. К тому же тебя там все ищут, твой друг очень беспокоится. Ну да, плохо, что я доставил такие неприятности. Вот, и еще сегодня, скорее всего, с ребятами из НКВД и КГБ приедут твои родители, потому что ты считаешься пропавшим. Пропавшим? Ты же не хочешь, чтобы они страдали? Нет, не хочу. Поэтому, дружище, нужно, чтобы ты как можно скорее зашел в этот портал. Пока он не перестал работать. Я не хочу, не хочу туда. Там хулиганы. С хулиганами покончим. Там одна и та же еда. Не хочу, не хочу, Джон, не хватай, хочу. Хватай. Что вы делаете? Что вы делаете? Нет, отпустите. Какая это жизнь? Давай, Джон, какая это жизнь? Отпустите. Давай, закидываем его. Нет, нет, нет. Так, что же будет? Ты не можешь остаться. Самый портал. Все, теперь надо выключить. Давай же. Как-то вариантов не было, Джон. Думаешь, не было. Думаешь, не он было? Он не мог здесь остаться. Понимаешь, не мог. Наверное, ты прав. Не наверное, а точно. Нельзя. Нельзя менять прошлое. Прошлое должно оставаться прошлым. Пожалуйста. Никак иначе. Идем давай. Есть охота. Идем. Аппетит только пропал. Жесть какая. Здесь есть и наша вина, к сожалению. Жалко пацана, блин. Надо рассказать обо всем Джону. Джон, ты здесь? Да, здесь. Ты сюда прям я не выходишь. Я как раз к тебе хотел идти. Случилось что? Да нет, просто... На, короче, держи, смотри. Зеркало? Ага. Опять даму призвать хочешь? Ты переверни его. Так. Сверху, вон, видишь? Краска от воды стерлась. Ага, вижу. Мелкими буквами. Читай. Юлия Гаврилина. Гаврилина. Там не дописано. Погоди, что-то знакомое. Да, знакомое, дружище, знакомое. Кажется, я читал. А? Стой. Юлька Ленч, та самая Юлька. В смысле? Только призрак? Что вычитал? 68-й год. А, да, несчастный я тоже случай читал. В лагере юность. Несчастный умерла случай, да. Юлия Гаврилина. Погоди, упала погоди. С лестницы. Ты думаешь, это да, та Ленч, самая да. из истории, которая призрак? Сходится, понимаешь, сходится. Получается, это... Ага. Ее зеркало, что ли? Получается так. Так, погоди, и что это нам дает? Это Ленч нам дает. Призыв пиковой дамы. Погоди, в смысле? Ну предмет, Ленч, предмет умерший. Это все-таки был призрак? Да нет же. Скорее всего, предмет обладает какими-то паранормальными свойствами, что позволяет, в свою очередь, призвать пиковую даму. Так вот в чем дело. Зеркало умершее не по своей именно, воле. Именно, Ленч. Получается, если бы...
Пацаны взяли бы обычное зеркало, то, возможно, этого и не было бы. Возможно, и не было бы. Да уж, конечно. Но там ведь еще помада. Может, она тоже этой Юльке была? Не, ну помада вряд ли, Джон. Этого мы теперь не узнаем. Да уж, совпадение так совпадение. А у тебя-то что? В смысле? Ну, ты шел что-то рассказать или просто? Да, я тоже как раз сидел, читал про лагерь этот, Юность. Ничего интересного вычитал. Закрыли его после этих случаев с пацанами. Ну, неудивительно. Написано якобы просто несчастные случаи. Еще я думаю, что, скорее всего, данное расследование просто засекречено. Да, по-любому, лишь. И те пацаны, хулиганы, остались инвалидами. Да уж, хреново, конечно. Да. А Юрка, тот, что был у нас. А, чё он, небось гением каким-то стал? Нет, Джон, он умер. Чего? В психбольнице. Нифига себе. Да, он... Блин. То есть дело твердил про будущее, рассказывал вот про придурок, то, что он ну увидел зачем? У нас, и про портал. Проклятие. Естественно, ему никто не поверил, и пацана отправили в психушку. Жесть какая-то. В итоге он в этой психушке и повесился. Просто да, жесть. Приятель, игры с прошлым, как видишь... Очень опасно. Да вижу, я поэтому вижу. С порталом, Джон, нужно быть предельно осторожным. Да я уже понял. Ноги моей больше не будет в нем. Правильно. По крайней мере, пока мы не научимся им пользоваться. А, удачи тебе с этим, дружище. Я пробовал. Слушай. А. Так может, Лэмптону позвоним, спросим, как и что тут работает. Смешно, Джон, очень смешно. Но вообще-то надеюсь, смешно. Надеюсь, все-таки то, что я видел, это была какая-то другая реальность. Да, я тоже. Хотя... Он вроде как меня узнал. Мне кажется, Лэмптон узнал бы тебя в любой реальности. Чего? На что это ты намекаешь? Да у него, по-моему, что ты имеешь в виду? Какой-то нездоровый интерес к тебе. А, ну вот тут, пожалуй, соглашусь с тобой. Че, поехали, наверное, уже? Куда это? Так за крылышками, блин, мы же собирались. Ну, поехали, поехали.